пишем. Я хочу сказать, что вклад Виктора Михайловича Короля в развитие Светловодского детского юношеского баскетбола переоценить просто невозможно. Этот человек, благодаря его помощи, мы подняли эту игру в нашем городе на ту высоту и держим ту планку, которая, поверьте, не является тем, чем можно гордиться в детско-юношеском спорте. Мы развиваем детей, мы с детьми участвуем в чемпионатах Украины. У нас хорошие воспитанники, с нами все считаются, нашу работу уважают, ценят. Поэтому я от себя лично, от лица всех родителей, воспитанников, детей, которые сейчас занимаются, и уже у нас идет набор 2007 года, я могу только сказать большие слова благодарности, сказать, что то, что делает Виктор Михайлович, это очень большое, хорошее, чистое, святое дело.